Максим Малышев освобожден от должности депутата окружного собрания в связи с утратой доверия. Такое решение сегодня на сессии приняли его коллеги. Сам Максим Малышев на сессии не присутствовал. Впрочем, на заседании он не является с марта прошлого года, как и не предоставляет сведения о своих доходах и имуществе. Отчитываться о своих доходах и имуществе народных избранников обязывает федеральный и окружной закон. Сдавать отчеты за прошедший год необходимо до 1 апреля года следующего за отчетным. Но Максим Малышев данную норму нарушил, причем неоднократно. Впервые он не предоставил сведения в 2015 году, но тогда из-за пробела в законодательстве наказать народного избранника было невозможно. Второй раз Максим Малышев не предоставил сведения за 2017 год. 21 мая состоялось заседание мандатной комиссии собрания депутатов округа, на котором были рассмотрены результаты проведенной проверки и предложения о досрочном прекращении полномочий депутата Малышева Максима Васильевича и освобождение его от должности в связи с утратой доверия. Голосование в соответствии с законодательством прошло в тайном порядке. Для его проведения избрали счетную комиссию и подготовили бюллетень для голосования. В нем две графы «за» и «против». Голоса распределились следующим образом. Проголосовали «за» 10 депутатов, проголосовали «против» 3 депутата. В соответствии со статьей 6.4 закона Ненецкого автономного округа 10 января 1996 года, номер 15-З, о статусе депутата окружного собрания, в результате тайного голосования принято решение освободить от должности в связи с утратой доверия и прекратить полномочия депутата собрания депутатов Ненецкого автономного округа Максима Васильевича Малышева досрочно с 23 мая 2018 года. Максим Малышев в Заксобрание Ненецкого округа был избран в сентябре 2014 года по единому многомандатному округу. Его кандидатура на депутатский пост была предложена Всероссийской политической партии «Гражданская сила». Мария Владимирова, Вадим Носкин, Леонид Шишилов, телеканал «Север».